Красногвардейский отметил День знаний. В школы района отправились 3500 первоклассников. Одно из самых масштабных пополнений в 188-й школе. Здесь набрали 5 первых классов, и это при существующей нехватке помещений. Еще одно здание школы второй год на ремонте. Он завершится зимой. Пока тысячи детей вынуждены заниматься в стесненных условиях. Уроки проводятся и в учительской, иногда творческие уроки мы проводим в актовом зале, проводятся некоторые уроки в библиотеке. С началом учебного года учеников 188-й поздравил глава района Евгений Разумишкин. Он заверил, что ввод нового здания школы идет по планам. Строители укладываются в сроки. Мы в этом году второе здание 188-й школы на Тухачевского открываем. Это действительно так. Это работа совместно администрации города, администрации района и компании «Бунава». К 1 сентября в Красногвардейском не открылись новые образовательные учреждения. Однако район быстро развивается. По словам чиновников, в ближайшие месяцы появится детский сад в Ручьях, а также садики и школа в квартале Новая Охта. Места в них получат несколько сотен человек.